очень хочет снег, чтобы было. Отлично. Вот вы знаете, мне кажется, есть такой на свете, как бы волшебник один, который может нам со снегом помочь. Кто это? Будет, возможно. Еще. Я пожалуйста, возможно, но у вас не снег. А здесь, кстати, я подсказываю через наш, который точно знает. А может быть, вы знаете, как символ следующего года или 16. И вот там есть кто-то слушатель, очень похожий на ручку. Может быть, она знает, где там снег добыть. Давайте-ка спросим по одному нашей мышке. Здравствуй, здравствуй, миссис Мышка. Скажи, пожалуйста, мы с ребятами очень хотим найти снег. Ты знаешь, где можно найти?
Давай попробуем поспать.
голове. О, как много ребят с фигурочкой. Семимильными шагами мне пришлось сюда шагать, чтоб на праздник вас с друзьями в этот зал не опоздать. Что случилось с вами, знаю, помогу вам без труда. Заклинание начинаю. Снегурочка, смотри, сколько ребят у нас здесь собралось сегодня. Здравствуйте, ребята, еще раз. Нет, 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 дедушка так ничего не слышит, он же плохо слышит. Давайте громко. Здравствуйте! Вот, теперь слышу. Лесом часто, болен дружно. Зимний праздник нам идет. Так давайте дружно крикнем «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 3-4! Здравствуй, здравствуй, Новый год! Ребята, я знаю, что беда у вас случилась. Вам нужен настоящий волшебник. Знаем, знаем мы, что снег у вас исчез. И поэтому я пришел сюда, чтобы подарить вам волшебство. Ребята, вы верите, что Дед Мороз настоящий волшебник? Верите? А вот я смотрю, с Снегурочкой не все ребята еще верят. Давайте я им продемонстрирую. Чтобы волшебство случилось, нужно, чтобы и я, и вы все вместе его творили. Только вместе, только дружно. Очень получится волшебство. Ну что, Снегурочка, я принес для вас такую волшебную книжку. Она, посмотрите, вся снежная, снежная, белая. А теперь, благодаря вашей помощи, мы будем ее раскрашивать. Ребят, мне нужно, чтобы все-все-все сейчас приготовились, закрыли глаза. И захотели, чтобы снег у нас появился, чтобы снег пошел. Итак, открываем глаза, проверяем, пошел ли снег в нашей книжке. Итак. Ну что? Белое. Белое все, дедушка? Белое. Все белое, да? Я забыл, нужно еще раз сделать. Появились картинки, но теперь нужно уже окончательно их разбрать. Давайте мы еще раз все вместе закричим. Текст у нас будет такой. Лед, 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 снег, снег, снег. Праздник будет у всех. Давайте. Лед, 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 снег, снег, снег. Праздник будет у всех. Получилось, ребята? Получилось, дедушка? Но ведь нам не картинки нужны, ребята снег хотят. Мне сказали, что ребята картинки хотят. Нет, ребят, вы снег хотите, правда? Дедушка, нам нужно наколдовать настоящий снег. Наколдуешь? Для ребят. Наколдуем. Для этого, ребята, давайте чуть-чуть подальше отойдем. Чуть-чуть подальше, чтобы места у всех были. И встали пошире, помогите мне, и помощники, пожалуйста, чтобы ребята пошире встали. И теперь вот так вот руки, как снежинки, раскиньте. Вот так, еще. Смотрите, если у вас места мало, пошире встаньте, зал у нас большой. И родители тоже давайте с нами будем снег вызывать. Так, все, вот так, проверяем. Ну что ж, ручки у нас приготовили. Вот можете еще даже чуть-чуть пошире встать. И давайте ручки повыше, как снежинки поднимем. И на месте подружимся. У нас вот так снежинки в белом танце на землю падают. Так, вот смотри, вот уже снежинки готовы. Падать мы, конечно, не будем, но вот снежинки я уже наколдовал. Хорошо, дедушка, снежинки у нас есть, а чтобы много снега было. Дедушка, сделаешь много-много снега. Настоящий снежный Новый год был, правда, ребята? Что, дедушка, вы готовы, ребята, много-много снега получить?
настоящим осыпать себя. А то на улице-то его стало так мало, волшебство мое совсем слабое в этом году. Ну что ж, уважаемые ребята, мне уже сказали, а взрослые хотят снега в этом году. О, сколько ребят со взрослых ответили. Ну и правильно, ребята, тоже у нас взрослые. Ну что ж, можем готовиться. Сейчас у ребят будет много-много снега. Ну что ж, итак, сейчас мы все вместе скажем заклинание, чтобы у нас появился снег. Дедушка начнет, а вы за мной продолжите. Я скажу заклинание. Ветры северные дуйте, и снег нам принесите. Повторяйте все за мной. Раз, два, три. Снег нам в зал принесите. Давайте все вместе. Раз, два, три. Снег нам в зал принесите.
Взрослые, вы же готовы снимать. Сейчас это будет большая снежная лавина. Камушка, Симоночка.